Подальше же фильм. Синий рюкзак у Малова? Самое страшное то, что не стало воды, еды и света. Я все время говорю, если будет электричество и вода, мы проживем. Но этого тоже не стало. Меня просто дети погрузили в машину, вывезли сюда. Я не хотела уезжать. А они сказали, мама, нужно ехать, потому что завтра неизвестно, что будет.